Так, имеется аппарат Бразер МФУ G3520 MFC. Вопрос у Бразер. Как научить его печатать через слот для ручной подачи? Имеем задание на А3 формате. Имеется бумага из образцов бумаги Бразер формата А3. Имеется задняя панелька для ручной подачи. В нем написано, что А3 бумагу он принимает. Засовываем лист бумаги. Нажимаем на кнопочку. Бумага не подается. Жмем подробнее. Вытаскиваем листочек. Вставляем листочек. Нажимаем ОК. Бумага не подается. Жмем подробнее. Вытаскиваем листочек. Вставляем листочек. Нажимаем ОК. И так до бесконечности. Можем перевернуть. Листочек ровный. Ну и так до бесконечности. Вопрос, как заставить это чудо работать?